Всем привет гостям канала. Вы находитесь на канале Юрия Васильченко, и речь пойдет сегодня о попугаях породы карелы, нимфы, бесщёкие. Напомню сразу, что бывают щекатые карелы, не путайте, а бывают бесщёкие. Так вот, сегодня будет речь о бесщёких. Ранее я снимал эту пару, я ставил им домик, то есть у них начинался период размножения. И вот сегодня у нас уже прошло с того момента, как я ставил домик, где-то примерно 10 дней или, может быть, 15 дней. Там, если кому-то интересно, можете посмотреть, по как развивалась история, по дню выпуска видео того ролика. Итак, переходим к обзору. У них просто сегодня появилось, у этой пары карел появилось первое яйцо. Вот сидит самец. Сейчас я его ближе сниму. Кто помнит, кто не помнит, посмотрите видео, вспомните. Значит, у этой пары... Сейчас я вам... Самца видно, да? Сейчас самочку покажу. Вот она там внизу сидит. Но боятся они, конечно, съемок. Но, в принципе, нормально. Самец темненький слева, самочка светленькая справа. Итак, значит, сегодня, получается, я делал осмотр гнезда, домика гнездового, и обнаружил там яйцо. Сейчас я вам его продемонстрирую. Но перед тем, как сегодня залезть в этот гнездо, я на полу, вот там внизу валялось яичко. Я так понял, что она выкинула его, то ли оно прилипло к ней, не знаю почему, но яйцо было на полу одно, а одно здесь. Вот видно, первое яйцо. В общем, это или первое яйцо, или второе яйцо, толком непонятно, но, в общем, будем считать, что процесс начался. Некоторые подписчики спрашивают, как смотреть, если вот смотровое окошко не совпадает с вот этим окошком. Значит, ну, у меня просто, я повесил домик, кусачки взял и вырезал здесь дырочку, отверстие такое. Ну и на всякий случай закрываю вот этой сеткой, потому что были тут у меня раньше пенанты, они умудрялись прогрызать эту фанерку тоненькую, это видите, ДСП, бумага. Ну и вылетали сюда, поэтому приходится сделать. Здесь я ее не закрываю, раньше закрывал здесь на проволоку. Вот они, вот они. Сейчас хорошо видно, да, самец? Вот перед нами карела-нимфа бесщёкая. Вот самка. Вот мне интересно, если кто-то понимает в плане селекции, какие будут птенцы, то ли в папу, то ли в маму, то ли абсолютно разные будут все. Интересно посмотреть. Ну, вылупляться должны, если все хорошо сложится, где-то на 21 день примерно карела вылупляется. Видите, как они переживают. Во-первых, яйцо у них сегодня первое или второе. Ну, пусть будет первое. И тут я... Птица, конечно, встревожена. Ну, а по-другому как... Я не знаю, если... По-другому только надо снимать до периода размножения, и потом после, когда вылетят птенцы уже готовые, а так не снимешь, если они пугаются. Могут, конечно, и бросить яйца, и отказаться от кладки. В общем, карелы, они такие в плане, ну, по крайней мере, мои. У кого карелы ручные, те могут открывать гнездовой этот ящик в присутствии карел, ничего страшного, там, подкармливать их прям там. У меня так не получается, у меня они не настолько ручные. Вот такие вот у меня дела, значит. Так, по поводу питания. По поводу питания. Сейчас я вам продемонстрирую. Вот питание. Также водичка, также разнообразный корм. Здесь и чечевица, и пшеница, и проса, и канаречное семя, и лен, и сарго, и нут, и кукуруза. Ну, кукурузы сейчас, видите, нету. Семечки подсолнечника. Обратите внимание, ни одной кукурузины не осталось. Вот что-то желтое, вроде как кукуруза. Ну, такое питание. Значит, ветки
День через день даю, сегодня не давал. Это все дело забегается. Да, еще некоторые подписчики спрашивают, можно ли паровать бесщёковую карелу щекатой. Ну, я паровал. Я думаю, что можно. Вот, так что пробуйте, поруйте. И по поводу цвета, если кто-то знает, кто-то пробовал, есть пару, можете поделиться советами, пожалуйста, пишите в комментариях. Потому что вот, к примеру, вот эти пары, я не знаю, у них весною не получилось. Они отказались от яиц своих, и я не знаю, какие у них птенцы, потому что яйца досматривали другие птицы. Кто там их, кто был этих птенцов, не знаю. Но есть у меня такой пример, сейчас вам покажу. У меня есть светлые пары, они дали абсолютно всех светлых птенцов. Вот, друзья, вот эта пара карел. Самец слева, самка справа. Эти... Эта пара дала, сейчас я вам продемонстрирую, кого, каких птенцов. И, кстати, дала всех мальчиков. Вот этих. Сейчас я вам получше. Вот это их 4 пацана. Теперь я для этих 4 пацанов ищу 4 девчонки. Ну, уже нашел, отдельно сидят, буду паровать. Для потом видео сниму, поподробнее расскажу. Вот видите, та пара дала 4 таких мальчика. Поэтому, каких даст птенцов эта пара, конечно, пока для меня остается вопросом, загадкой, интересно. Вот я вам сейчас получше попытаюсь самочку показать. Вот видно, да, какая красивая? Допустим, вот розелы у меня есть, пара красных розел. Вот они сидят. Так здесь... Дают, если они птенцов, то, как правило, несколько птенцов в папу, несколько птенцов в маму. Ну вот мама справа, папа слева. Если идут мальчики, они все идут как папа, таким красным цветом. А если девочки, то идут все цветом, как мама. Сейчас поменялись местами. Так что, друзья, если кто-то знает... Пишите, пожалуйста, буду рад. Буду благодарен за все советы, за помощь в разведении. Ну и в конце видео хотел сказать о самом главном. Друзья, всем привет, хорошего настроения, подписывайтесь на канал. И будете всегда в курсе всего самого интересного, полезного. До скорой встречи, до свидания.